Вода в Волге станет чище. Для этого в Самаре реконструируют систему обеззараживания очищенных сточных вод. На эти цели из вышестоящих бюджетов городская казна получила почти 568 миллионов рублей. Закупается, установлено современнейшее оборудование, которое, так сказать, будет очищать воду, которая уже уходит, так сказать, обратно. Процесс очищения для потребления в будущем, так сказать, он будет менее затратным. Потому что, ну, уверен, Волга будет чище. Всего бюджет Самары пополнился на 850 миллионов. Дополнительные деньги планируют направить на содержание и капитальный ремонт дорог местного значения, на устройство и ремонт контейнерных площадок, а также на ликвидацию несанкционированных свалок, на переселение людей из аварийного жилья. Также перераспределяются средства городского бюджета на общую сумму 138 миллионов рублей. Дополнительные деньги, это 4,5 миллиона, планируют направить на восстановление воинских захоронений и мемориальных сооружений на муниципальных кладбищах. Речь идет здесь о входной группе на кладбище городское. И речь идет о как раз ремонте забора вдоль улицы Партизанской и об устройстве дорожки до воинских захоронений участников Великой Отечественной войны, которые захоронены были уже после Великой Отечественной войны. И плюс ко всему мы еще и ремонтируем Аллею Славы. Также дополнительные средства планируют направить на завершение капитального ремонта городской детской библиотеки, на создание условий для маломобильных граждан и приобретение оборудования для школ. Лариса Шлафас, Николай Сидоров, «События».